реально рада очень. Я вообще не ожидала этого, если честно. Я думала, что отклонят наше ходатайство, закрытие дела, и дальше уже будет там линия защиты выстраивать, а то, что еще прокурор с этим ходатайством выступил, возвращение в прокуратуру, и все вместе. Я вообще не знала, что это будет, и очень рада. Ну, как я понимаю, как мы видим с моими адвокатами, что там уже его будут дорабатывать, и в ходе этой доработки они могут решить, что там нет никакого преступления в связи с новым пленумом и законопроектом от Путина, вот. И в связи с этим могут, в принципе, дело закрыть в прокуратуре, и никаких проблем у меня уже не будет. В связи со статистикой, в принципе, как бы обстоятельствами, со всеми, для меня даже это уже маленькая победа. Как бы это не окончательный результат, но в данных обстоятельствах я этому очень рада. Значит, что уже как бы судья и прокурор понимают, что там все не так уж складно в этом деле. В связи с этим законопроектом, который сейчас Путин предложил, то меня могут переквалифицировать в административное. Это уже не является оправданием. А по оскорблению чувств верующих у меня срок давности истекает, но мы там пока не решили, будем мы с этим соглашаться, закрывать его по сроку давности или нет. Все-таки хотелось бы, конечно, оправдания, но какого-то шанса пока над этим не думали, в общем.